Ответил. Здорово, народ! Давно, да, не виделись? Соскучился по мне. Знаю. А, какой сегодня день недели? Сегодня четверг. Четверг, 7 утра. Запутался в днях, в часах уже. Живу практически на работе. Хорош. Почему так? Потому что на днях сразу два экзамена стреляет, поэтому... Приходится работать на износ. Ну, у нас такого же не бывает, сам знаешь. Самое, что сейчас изнуряет, это, да, жара. О чем это видео? Ребят, смотрите, полистал ютубчик и смотрю, что очень хорошо заходят пранки. Но пранковать над курсантом мы не будем, они учатся, да, мы же должны это понимать. А пранковать над инструкторами можно. То есть, почему бы и нет, да? Так вот, в чем суть? Что я хочу сделать? Я хочу взять платный урок. Куда тебя понесло? Платный урок у инструктора с другой автошколы. Сказать ему, что, соответственно, у меня есть права, что правам 10 лет, что я их вот на днях поменял. Но я... Нет, еще надо. Чуть... Они не должны в линию выстроиться, они должны в перспективу уйти. Чуть-чуть. Ну, так хотя бы, да. Что мне надо восстановить навыки владения транспортным средством. Чего я боюсь? За что я боюсь? Ничего, а за что я боюсь? Я боюсь за то, что, блин, у меня не получится разучиться трогаться, потому что топовый видос, да, там, за, там каждый день набирает просмотры, просто трэш, как он ползет вверх. Там и лайки, там и все на свете. Там за 100 с лишним уже, там за 110, там что-то, за 3000 с лишним просмотров. Так это 5 способов плавно тронуться. Вот мне как раз надо разучиться трогаться и научиться делать вот эти, как вы там обычно ездите. На руль крутите вот так вот, вот такие вот куриные лапки, я это называю. Либо доярку вот такую изображать. То есть я не умею крутить руль, я не умею правильно пользоваться педалью сцепления. Выпрямляй руль, выпрямляй, поворачиваем. Поворачиваем, поворачиваем, едем. Я не умею крутить руль, я не умею пользоваться педалью сцепления. Ну и вообще, я не знаю, как включается задний ход у машины. Ну ты понял, да? То есть, как это все? Я вижу вот так вот приблизительно что-то такое. Я приду к ним в автошколу, да? Возьму, зайду к вам в бухгалтерию, куда там, как там все это, оплачу заранее. Только с одной оговоркой, что я хочу это видео снять для того, чтобы... Так как я человек не богатый, денег у меня нет... Еле-еле там дедушкину копейку восстановил. Поэтому данный урок я буду снимать, чтобы повторять это дома. Как-то сидя за компьютером, за рулем, да, виртуально. Вот. На приложении, там, типа уроки вождения, там, автошкола драйвинг, что-нибудь такое. Еще чуть. Хорош. Как думаешь, зайдет такое видео? Ну, я думаю, что оно зайдет, потому что, блин, ну оно должно зайти. Ну как, это же я. Выпрямляем. ЧСВ просто, ох, завышенное, смотри какое. Но, если тебе понравилась данная задумка, если ты хочешь на это посмотреть, подписывайся, обязательно поставь лайк под этим видео. Как только наберем, ну не 100 уж лайков, ладно, лайков 30 наберем, то снимем данное видео. Плюс, помнишь, да, у нас еще сертификат. Но, я думаю, немножко сертификатом упростить задачку, потому что... Что-то я загнул. Что-то я подзагнул, и поэтому немножко щадим. Или сделаем просто к 1000 несколько розыгрышей, чтобы у людей была хотя бы скидка на обучение. Мы все прекрасно понимаем, коронавирус, пандемия, все нам испортило. На этом большое спасибо за просмотр. Подписывайся обязательно, ставь лайк, сделай красную кнопку, чтобы она была серой, и позвони в колокольчик. Пока-пока.